большие санкции. То есть я ни в коем случае не лезу в политику, но сегодня тенденция такая, что баррель летит вниз, соответственно, доллар растет вниз, вверх, идет спекуляция. Европа блокировала Россию, Россия блокировала Европу. Соответственно, евро будет тоже падать по отношению к доллару. И доллар будет укрепляться. Почему? Потому что Соединенным Штатам Америки выгодна эта ситуация. И говоря на сегодня об общей тенденции, то есть где-то будет курс, может быть, там 70-75. Готовьтесь к тому, что не надо бояться этого. Мы работаем в одной валюте и, соответственно, получаем в одной валюте, независимо от того, как, насколько рубль падает и курс доллара растет. Газопровод, который идет Китай, Россия-Китай, он еще очень долго будет строиться. То есть другой газопровод, который идет через Болгарию, через море, его построят где-то к лету следующего года. Поэтому эта тенденция еще будет до лета длиться, и все, кто сейчас будет получать в долларах, они выиграли. Кто получает в долларах, что творится на рынке? Значит, на рынке творится полный хаос. Вот. Старые компании, соответственно, у них будет сейчас какая вещь в голове? О боже, курс растет, что делать? Администрация будут говорить, ну давайте подержим месяц, посмотрим, что будет. Потом резко они будут увеличивать. Так как они работают в большинстве в рублях, естественно, они будут держать фиаско. Часть компаний будет сворачиваться с рынка. Например, в частности, уже Монави свернулся с рынка. И с января все поставки из Монави, а по компании Монави будут из Европы. Вот. Я думаю, что и то же самое будет и с другими компаниями. А почему? Потому что они не знают, как правильно работать. Итак, российские компании. Им сейчас выползать куда-то на международные рынки буквально год-два, это бесполезно. Значит, какое преимущество здесь в данном случае у Жанес? Вы можете рекрутировать через Одноклассники, в поисковой системе набрать Александр, Татьяна, значит, Наталья, Олег, там, Степан, там и так, разные русские имена, набрать какой-то город или какую-то страну, например, там, Нью-Йорк, США, там, или там Франция, там, город какой-нибудь, Лион, там, скажем, не обязательно Париж. И вы можете найти людей из этих стран и написать им привет, я хочу с вами поговорить и так далее. То же самое вы можете делать с людьми с других стран. В Германии около 8 миллионов русских живет. То есть у нас сейчас очень большое преимущество перед российскими компаниями, потому что они не выползут. А рынок, к сожалению, он никого щадить не будет. И, естественно, все российские компании, многие российские компании, они завязаны на валюте, кстати, между прочим. Аптечка. Вот. А что касается китайских компаний. Хотим мы или это не хотим, на сегодня юани привязаны, значит, к долларам, и китайские компании то же самое, у них та же самая история. Что касается американских компаний. Они вошли на рынок, они легализовались на 100%, но удержать своих дистрибьюторов из-за того, что курс растет, это будет очень трудно. Что происходит в период инфляции? В период инфляции происходит следующее. Часть людей, значит, бегут и убегают из MLM-компании от страха, с того, что это не продается. Часть людей понимает реально, что самое главное тратить только на продукты питания, но не имеется в виду БАДы, имеется в виду именно хлеб, соль, масло, мясо, молоко и так далее, и так далее. Часть людей будет искать бизнес-возможности. Какие? Там, где еще не забрали рынок, там, где рынок еще в стадии, на начинающей фазе. И мы на сегодня перед старыми компаниями, которые есть на рынке.
независимо от страны, это Россия, Китай, Европа или это Америка. Мы на сегодня в самой выгодной позиции. По каким пунктам? Первое, это быстро растущая компания. Жанес — это быстро растущая компания. Второе, косметику даже в кризисные времена покупали и будут покупать. Это закон, от этого никуда не денешься. Люди будут искать бизнес-возможности, они будут искать молодую компанию. В смысле, та компания, которая только зашла на рынок. Мы только зашли на рынок. Вот только все начинается. Значит, далее следующий момент. Они будут искать компании, с которой можно спокойно не бояться, когда поднимается курс доллара. Мы не боимся этого. Почему? Потому что линия Luminous будет продаваться по-любому. Да, очень трудно будет объяснить, что такое Affinity. Да, он будет дорогой для некоторых. Но все равно часть людей будет покупать, в отличие от всех БАДов, которые есть на рынке. Affinity именно это тот продукт, который должен продаваться и покупаться в связи с тем, что люди не захотят умирать, они захотят продлить жизнь, независимо от того, идет инфляция или не идет инфляция. Значит, следующий момент. Мы на сегодня работаем... Оплата в долларах, оплата комиссионных в долларах. Это очень важный момент. Меня это очень радует. То есть у нас преимущество перед всеми компаниями сетевого маркетинга. Значит, во-первых, большое преимущество то, что компания растущая на мировом рынке. Второе большое преимущество то, что очень хорошие результаты по продукту, а это значит продукт продается и так далее. Я уже слышал, что там у кого-то чего-то там произошло, прыщи, там еще что-то. Да, это такой продукт. Да, он будет немножко будоражить вашу кожу. Почему? Потому что это оживление ваших стволовых клеток, и вам не избежать этого. Вам придется потерпеть, походить с прыщами, походить с красной физиомордочкой и так далее. Не без этого. Вот. Это, конечно, со всеми не будет, это вот единицы людей, они не будут испытывать это. Ну, что же делать? Ну, терпите. Вот. Это было и в других странах, нареканий в общей массе продукции компании нет. Значит, мы имеем очень много преимуществ, в частности, по оплате, в частности, по вхождению на рынок, в частности, то, что компания растущая. Еще важный момент, это то, что насколько охвачен мировой рынок. Мировой рынок практически не охвачен. Почему? Потому что 257 миллионов это ни о чем. Это не миллиард, и не 2, и не 3, и не 5. Вот. У нас есть очень большие преимущества. Большая часть компаний на сегодня пока еще сопротивляется. Они думают, что завтра все изменится и курс вернется к 30. Возврата не будет. Сразу это вам говорю. Человек, который прекрасно знает, что такое кризисы, дефолты и так далее. Я пережил эти все кризисы, я знаю, что это такое. Возврата не будет. Вот. И что вы должны говорить людям из других сетевых компаний? Надо открытым текстом пояснить сначала ситуацию. То есть сначала не надо говорить, вот Жанес вперед. Нет. Давайте проясним ситуацию. Ситуация на рынке очень несерьезная. Какая? Курс растет, значит, доллара, значит, все сетевые компании, которые есть на рынке, сопротивляться они не смогут. Почему? Потому что большая часть из них работает с БАДами. А в период инфляции БАДы, извините меня, никому не нужны. Если кто-то случайно на кладбище не собрался, может быть, им нужно. Вот, над кем коршуны летают. Все остальные ищут деньги. А где они найдут деньги? Они найдут только в компании, которая будет быстро расти. Но она должна создать условия. Какие условия? Оплата в валюте, оплата назад в валюте. Продукт продается, компания молодая, можно выйти на другие рынки, можно подписывать людей на разных рынках, других в том числе, потому что есть такая бизнес-возможность. Бизнес-возможность. То есть, обрисовав ситуацию, показав реалии, объяснив людям, что такое реалии, надо объяснить, что такое реалии, добро пожаловать в реальный мир.
Только после этого рекрутируйте со своими предложениями. Вы извините меня, я не просто так на сегодня оставил бывшую компанию Agile и перешел сюда. Я взвесил все. Я взвесил, что курс будет расти. Я прекрасно понимал, что идет инфляция. Я прекрасно понимал, что БАДы, которые я продавал, они будут взвинчены до небес по цене. Я знал, что их не будут покупать простые люди. Это будет очень трудно, потому что курс будет, ну, рано или поздно все равно его будут поднимать. И я уже увидел, как некоторые компании убегают из рынка. То есть у них вариантов нет. И у нас на сегодня есть вариант. Когда вы разговариваете с человеком, разговариваете в реале, разговариваете реально, зачем вы ему начинаете, давай сравним маркетинг планы, ты понимаешь, вот здесь вот такие чеки? Нет! Добро пожаловать в совершенно другие реалии. Другие реалии, какие реалии? Инфляция, а форс-мажор на рынке. И на сегодня от этого форс-мажора не убежишь. И только потом уже все преимущества компании. Сначала обрисуйте ситуацию. Флейтлайнеры, у них уже вообще никакого шанса нет. Если они были флейтлайнерами, сейчас им надо эту позицию заменить на дохлую лошадь. Корабейники, что они будут продавать? Все, их продукт уже продаваться не будет. Почему? Потому что люди будут покупать продукты питания, доллар взвинчен и будет дальше расти. Он дойдет до 75, а может быть даже и до 100 долетит до лета. Это реально надо понимать. То есть, а вы пытаетесь там, вот давай сравним компании. То есть, померимся нашими мерками такими. Вот у тебя нога какая? Да, у меня длиннее. А у тебя рука какая? А у меня лучше. А у тебя ухо какое? А у меня больше. Не надо мериться этими вещами абсолютно. Нужно разговаривать очень просто. Флейтлайнер – это медленно растущая компания. То есть, на сегодня в реале надо разговаривать. Реальность такова, что идет инфляция, а российский народ не будет знать, куда деваться, и надо людям объяснить. Слушай, иди сюда, вложи сюда маленькие деньги, приглашай людей, и пока люди готовы на сегодня заработать какие-то деньги, они побегут в другие компании, но в других компаниях этого не будет. Почему? Потому что они на слуху. Потому что у них того нет, чего есть у нас. И только после этого надо говорить, что здесь продукция основана на Нобелевской премии. И только после этого надо показывать результаты. И только после этого надо говорить, что здесь первый чек вышел на 800 тысяч долларов в месяц. И только после этого надо говорить, что компания на сегодня зашла на российский рынок, вот только начинает формировать команду. И только после этого надо говорить людям, что это на сегодня самое выгодное предложение. Даже речь не идет о том, что вот в какую-то пирамиду вляпаться или еще что-то. Чтобы создать пассивный доход, чтобы создать богатство. На сегодня самое выгодное предложение на рынке. Мы единственная компания, которая сейчас зашли на рынок. Мы единственная компания, которая на сегодня работает в долларах. Мы единственная на сегодня компания, которая может создать доход. Дмитриева, положите продукт на полку, и говорите об инфляции, и говорите о деньгах. Продавать в стране Россия надо морду Зиганова, газету «Правду», там правды нету. Вот, баксы, которые продавать вообще-то уже нельзя. Вот, продавать надо «Орбит без сахара», все, эта компания скоро свернется на рынке. То есть, вы не о том говорите, вы совершенно о другом говорите. То есть, вы говорите на сегодня, кому я буду продавать, а я на сегодня продаю бизнес-возможность. Вот что я на сегодня продаю. Если вы продаете продукт, тогда продавайте, идите продавайте продукты других компаний. Нужно продавать бизнес-возможность, с которой можно зарабатывать деньги. Нужно продавать именно то, что на сегодня есть. И
мы на сегодня вошли на рынок, мы на сегодня молодая компания, мы на сегодня динамичная компания, мы на сегодня компания, с которой можно создать богатство, мы на сегодня представлены в более чем 120 стран мира, мы на сегодня даем бизнес-возможность через интернет любому русскоговорящему выползти за рамки Российской Федерации, за рамки СНГ, за рамки Украины и создать богатство. Мы на сегодня говорим людям то, что вы можете сделать на сегодня здесь, сейчас, вместе с нами. Когда формируется рынок, когда формируется команда, когда мы можем сейчас сделать большой бизнес и вытащить его за пределы, значит, бывшего Советского Союза. Инфляция никого не пощадит. Подходите грамотно к этому вопросу. Не надо продавать баночки. Не надо продавать, значит, даже маркетинг-план. Продавайте бизнес-возможность, какова есть. На сегодня форс-мажор будет заставлять людей двигаться в сторону того, что называется, где заработать деньги, а и б, как купить продукты, чтобы выжить. Какие продукты? Продукты не БАДы, не косметику. Они будут покупать продукты питания. Что касается нас, у нас есть эта возможность именно сейчас взять под себя, подмять все сетевые компании. Просто подмять, в буквальном смысле слова. Вы еще не слышали это, как это делается? Вы еще не знаете, что это такое? Вы еще не поняли, что творится на рынке? Вы сидите у себя дома, уткнулись и целуетесь с компьютером и не понимаете, что идет инфляция? Вы еще не врубили, что здесь люди пачками подписываются? Вы еще не понимаете, что люди, первый чек компании Agile Enterprises ушел? Значит, ушел и прекрасно понимает, что на сегодня творится на рынке. Вот Михаил тут подсказывает. 98 год, компания Vision. Что испытала эта компания в 98 году? Большой кризис. Люди разлетелись к чертовой матери из этой компании. Мой чек с 30 тысяч долларов упал на 3 тысячи долларов. На 3 тысячи. И что будет твориться сейчас со всеми MLM-компаниями? То же самое. То есть у вас есть великолепный шанс, у вас есть потрясающий шанс на сегодня построить огромную организацию. Не бойтесь разговаривать с людьми, не бойтесь им говорить открыто о том, что идет дефолт. Покажите им то, что идет дефолт, покажите и расскажите, что будет с другими компаниями. Я это в реале видел в 98-м, я это в реале видел. А чуть-чуть в 2008, когда кризис немножко стукнул, чуть-чуть он стукнул. Я это прекрасно понимаю, потому что я видел кризис в Испании, я видел кризис в других странах мира. Я знаю, что такое кризис. Бороться с кризисом не надо. Нужно идти туда, где есть деньги. Вот на сегодня какая концепция. Да, уже потом можно рассказывать, что мы быстро растущая компания. Да, уже можно потом показывать результаты. Да, уже можно потом говорить, вот смотрите, 100, 200, 300 тысяч, на сегодня 52 даймонда в компании, которые перешли отметку 100 тысяч долларов в месяц. Это потом. Сначала поговорим о кризисе. Сначала поговорим о том, где находится каждая компания. Ни у кого из них нет шанса. Абсолютно никакого. Люди будут бегать, искать, мыкаться, дрыгаться, кто-то даже побежит в какую-то финансовую пирамиду, чтобы что-то заработать. Мы на сегодня представляем самую мощную команду. Janes Global, Infinity Team – это команда, которая будет сносить всех. Почему? Потому что я знаю, как работать в кризисе, я знаю, как работать с другими странами, я знаю, как подниматься с нуля. Почему? Потому что я пришел в Vision и поднялся с нуля, я потерпел фиаско в 98-м году и вытащил сам себя за шиворот в Европу и построил там большую сеть. Более того, я начал с нуля в 2006 году в Agile и опять поднялся и поднял более 100 тысяч дистрибьюторов. И я вам говорю, мой опыт на сегодня, опыт человека, успевающего мультимиллионера в этом бизнесе, MLM, он очень простой. Я мог сидеть, пожинать плоды в бывшей компании, но я не дурак. Я далеко не дурак. Вы можете меня обзывать, те, кто меня сейчас слушает.
Вы можете матюкаться на меня, вы можете плевать мне в спину, но я далеко не дурак. Я просчитываю все риски, я просчитываю все ситуации. Я реально смотрю на мир, реально могу оставить заработки. Почему? Потому что реально понимаю, где есть деньги, что можно сделать, что можно изменить. Почему? Я никогда не сворую свою мечту. Я никогда у себя не сворую свою мечту, свои цели, свои планы. Я не позволю себе ради чего-то сидеть и чего-то ждать с моря какой-то погоды. Я там Амедов. Я вам заявляю, мы на сегодня находимся в лучшей ситуации. Мы находимся в ситуации, когда другие компании не будут знать, куда деваться, что делать и так далее. У нас на сегодня просто потрясающая бизнес-возможность. Мы можем каждому человеку воочию сказать, мы пришли на рынок не для того, чтобы топить других. Мы пришли вас спасать. Сегодня с вами был Атам Амедов, мультимиллионер. Добро пожаловать в реальный мир. И я на сегодня говорю, я Жанес. Я не просто стартовал в этой компании. Я реально вижу, что с этой компанией можно сделать деньги. До встреч, всем удачи. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И деньги – это будет результат хорошей проделанной работы. И мы на сегодня в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми. Всем желаю пропахать эти 2-3 месяца, пока идет инфляция, рассказать людям, что есть на самом деле. И я надеюсь, вы меня услышали. Спасибо всем. Я очень рад, что часть людей очень хорошо, быстро приняли решение и быстро растут. Я поздравляю Устюговых с новой квалификацией. Я поздравляю Светлану, мне сегодня написала Исаева, что она тоже закрыла жемчуга. Я поздравляю Мишу с квалификацией Нефрит. Я знаю, что он уже подписал лидеров из Монави, и он сидит постоянно в офисе и работает. Я поздравляю Тамару с закрытием жемчуга. Я поздравляю многих людей, которые уже закрыли первую квалификацию специалист. Я знаю, у вас все получится. Мы на старте, мы в нужном месте. И расскажите о